Ученица 9 класса школы номер 18 Мария Погосян уже выбрала свою будущую специальность – гостиничный бизнес. У студентов и преподавателей анапского филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела Маша узнала все подробности поступления и учебы. Тут много очень интересных профессий. Вот, как бы, можно найти себе по душе то, что как бы, очень интересные люди, которые рассказывают про свой, ну там, где они работают, учатся, много интересного рассказывают. Ученица 8 класса гимназии «Аврора» Соня Качьянс пришла на ярмарку учебных мест только выбирать будущую профессию. Я еще не определилась с профессией, но я смотрю, думаю, может быть, мне понравилась пара вариантов. Медицинский на сестру и еще один на дизайнера. Это Московский государственный. 500 учащихся 8-11 классов города и района собрались на ярмарке, чтобы познакомиться с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, а также узнать о востребованных сегодня на рынке труда тех или иных профессиях. Специалисты образовательных учреждений и Центра занятости населения Анапы дали исчерпывающие ответы молодежи. Такие ярмарки мы проводим 2 раза в год. Это уже стало у нас традицией, обычно в ноябре и феврале месяце. Но мы считаем, что это необходимое мероприятие для того, чтобы дети могли познакомиться с теми профессиями, которые можно получить в нашем городе, и определились уже с дальнейшим выбором учебного заведения. В ярмарке учебных мест приняли участие 15 учебных заведений из Анапы, 4 из Новороссийска, Темрюка и Славянска на Кубани. Вузы и СУЗы подготовили для старшеклассников презентационный материал, плакаты, фотографии, видеоролики. Педагоги и студенты рассказывали о профессиях, организации учебного процесса, быта и досуга студентов. В первую очередь у нас, ну, наш техникум один из самых старейших техникумов на Кубани, то есть уже как 116 лет. Потом, то есть также рассказываем школьникам, что в принципе учиться совсем не сложно. Ну, у нас техникум предоставляет большинство специальностей, самые главные специальности вообще здесь. То есть в Краснодарском крае они все востребованы. В рамках ярмарки работал краевой мобильный центр занятости, где дети могли пройти тестирование и получить консультацию у педагога-психолога. Психолог направит, определит, в каком направлении способности у школьника и подскажет, какие профессии подходят детям. Выбор учебного заведения – сложная и ответственная задача. Ярмарки учебных вакансий проводятся для того, чтобы школьники смогли определиться с будущей специальностью и получить качественное образование, гарантирующее впоследствии успешное трудоустройство. Следующая ярмарка учебных мест пройдет весной.